Снова здравствуйте, всем привет. Итак, давайте теперь залинкуем, значит, все наши облака и анимацию с персонажем в сцену с окружением. Сначала что нужно сделать? Открываем, значит, у меня есть локация. Сейчас покажу предыдущее, куда-то запропастилось, не могу найти. Итак, вот у нас сцена, значит, с локацией. Вот так это все дело выглядит. И вот так вот настройка света. Здесь свет оставляем. Удалю я здесь камеру. Она мне здесь не пригодится. Теперь файл, значит, так, файл, значит, open. Теперь нам нужны облака. Так, эту cancel, это я сохраню. Файл, значит, save. И теперь, так, открываем облака. Не этот файл open. Так, где вот облака 1, которые уже у нас вот крутятся. Это отдельный файл. Что нужно сделать? Удаляю здесь тоже камеру и удаляю свет, потому что при линковании не надо будет столько камер. Нужна будет одна или две камеры, в зависимости от происходящего в этой сцене. Уже как в локации, в основной. Так, это я тоже сохраняю. Теперь файл, нужно открыть анимацию. Так, где у нас тут анимация? Вот она. Так, вот такая здесь, значит, анимация. Вот, теперь ее нужно залинковать именно в окружение. Так, здесь мне понадобится, значит, только камера и отсутствие света. Почему? Потому что свет я буду, опять же, выставлять в этой сцене с локацией, с окружением. Тоже здесь, значит, все это дело, файл save as. Сохраню, значит, с плюсом. Ну и погнали. Так, теперь нам нужно открыть сцену, значит, с локацией. Локация. Просто локация, по-моему. Да. Смотрим, что здесь не хватает. Не хватает здесь, значит, заднего фона. Заходим в шейдинги, находим, где здесь все у меня находится. Так, для окружения. Находим чистый фон и подгружаем. Теперь у нас вот такая вот задняя штука. Файл, линк. Линкуем теперь. Находим, где у нас облака. Сцена с облаками, по-моему, так, облака. Облака 1. Коллекция и коллекция. Да, вот она. Так, что еще нам понадобится? Сделать всему этому делу S, G и поднять и подвести, значит, к нашему заднему экрану. Это где-то можно еще даже S, побольше G, ну, чтобы облака не уходили, значит, в экран. Так, камеры нет, все, зашибись. Теперь линкуем сюда файл, значит, линкуем сцену с персонажем. Так, сейчас еще что сделаю. Это, значит, файл сохраняем как save as. Локация линкованная, чтобы знать, что здесь дополнительные файлы. Линк. И уже будет понятно, что
Это файл переделанный, да? Теперь файл open satir прыжок 1. И здесь, наверное, я тоже удалю камеру. И камеру буду уже делать в линкованной сцене. Так, все это скинуто. Файл save. Опять открываем уже загруженную локацию с облаками. Так, это все должно. Вот если вы что-то линкуете, что-то добавляете, вот у вас тут получается такая empty, да? Должна будет появиться. Вот она. Вот она. И теперь линкуем сюда, значит, нашу анимацию вот этого филактета. Это значит у нас прыжок 1. Вот он. Так, коллекция. Вот здесь у нас вот эта коллекция. Так. Вот он у нас филактет. Можем ее теперь перенести в любое место. Это значит G где-то вот сюда, допустим, единица на numpad, и смотрим, чтобы размер нашего персонажа, значит, соответствовал. Так, можем перекручивать, подставлять. Так, вот этот камень, значит, на переднем кадре нам не нужен. Добавляем теперь add. Добавляем камеру. Разные есть камеры. Есть камера, значит, фиксированная под риг. Это вот Dolby камера, кран камера, 2D камера. Вот это я показывал в роликах, как они устанавливаются, как они, значит, работают и прописываются. Ссылки оставлю в описании. Но я буду обычной пока камерой пользоваться. Это значит 0 на numpad, Shift F. И значит мне нужно ее установить. Если колесиком мы крутим туда-сюда, значит она ускоряется, быстро приближается или замедляется. Так, это значит будет где-то фон вот здесь. Значит камеру еще пониже, вот такие цветульки, цветочки. Так. Выставляем, выбираем, значит, empty вот эту нашу сцену с филактетом и ставим где-то, ну, чтобы вот на середине где-то это все дело было. Так, смотрим уровень пола, ну, чтобы он все-таки по земле передвигался, да? Ну да, вот стоит на земле. Полуколонна, 0 на numpad. И теперь, значит, камеру нам нужно уменьшить. Так, где она у меня в коллекции? Угу. Делаем Shift F и приближаем поближе. Так, тут уже можно его взять чуть-чуть в кадр, допустим, или вообще не брать. Это уже сейчас посмотрим. Так, теперь нужно угол выставить, потому что вот видите, он прыгает, и вот нам нужно Shift F, чтобы это было вот так у нас красиво по центру. Вот так. Где-то возможно перетащить можно еще. Вот с этой сценой мы можем работать с локацией. Так. Это значит у нас как бы заполнение. Так, ну вот эту ветку я не знаю, можно ее передвигать. Или пусть она, наверное, вот здесь будет. Так, или повыше лучше ствол сделать. А ну-ка, S. Заполнит пусть какой-нибудь угол. Ну, сейчас будет видно. Так, это будет где-то, наверное, вот таким вот образом.
Так, и у нас анимация будет маленькая. Это значит 40 кадров. Выставляем 40 кадров. Ну вот уже хорошо, но камера смотрит не туда. Shift F. Давайте теперь подгоним ее. Как вот переходы вот эти делать? Камеру вот Shift F нажимать, как это все дело подключить. Ссылку оставлю в описании, опять же, на ролик. Так, мне нужно поймать именно вот этот вот взгляд, вот этот угол. Во. Получается, это где-то, значит, вот такая штука. Ctrl-Z. Значит, нам нужно нашего персонажа просто перекрутить. Семерка на нампаде, смотрим. И, значит, крутим его в сторону, значит, нашей камеры. 0 на нампаде. Ну вот, уже получше. Задний фон есть, передний есть. И надо персонажа Shift-F камеру поставить, чтобы прям, ну, поровнее она была. Именно по центру, чтобы персонаж был, чтобы лучше это дело воспринималось. Да? Так, ну вот на заднем фоне можно там камень побольше сделать, этот, чтобы не маячил. Сюда увести этот. Так, заполнить даже фон. Можно, возможно, вот G и подставить камни где-то колонне, как будто она вот именно засыпана, да? Shift D. Там где-то еще камни. Вот такая штука. Здесь где-то еще S. Можно один прям побольше сделать. Подтянуть, поставить, как будто, ну, колонна засыпана в камнях. Песочку тут можно еще добавить, как будто прошла какая-то катастрофа там или еще что-то. Так, ну вот, локация сделана, а вот эти камни у нас получаются не задействованы. Мы их можем или удалить, или давайте 0 на нампаде. Посмотрим, куда их можно тут присторопить, да? Ну, опять же, чтобы не было переборов каких-то. О, ну, где-то вдаль. Этот валун тогда можно удалить, допустим, если он не нужен. Так, смотрим, что у нас тут с настройкой света. А ну-ка, отключаем видимость, значит, ненужного. 0 на нампаде. Ну, в принципе, неплохо. Так, теперь облака. Значит, это облака G. Можно поднять где-то повыше, можно опустить их в камеру пониже, чтобы вот так они там шли, да? Так, смотрим. Ну вот уже получается какая-то сцена. Так, вот эту ветку я, наверное, все-таки уведу, потому что она бросается в глаза. И на переднем плане она как бы быть не должна. Там вот еще елка какая-то. Так, эту можно сделать S, как бы она там вдали, да? Вот эту ветку тоже. Как бы вдаль, чтобы горизонт уходил там. Так. Эту ветку, елку тоже можно, наверное, чуть уменьшить.
Посмотрим, уведем ее чуть дальше еще. Так, 0 на нампаде. G. Ну, чтобы ствол было видно, чуть вытащим. Ну, вот уже получше. И облака больше видны, и ветки вроде, ну, как не напрягают, да? Так, еще что? Давайте посмотрим. Вот это кто такие? Бичи. Тич. Нужно еще, конечно, добавить тут текстурки, и было бы все хорошо. Хотя на стволы вот ствол не попадает, его можно удалить или просто сделать с него пень и вот эту вот ветки, допустим, удалить. Раз. А это сделать как будто вот G сюда вот так подвести. Где-то на угол, наверное, или в бок. Чуть R развернуть. Вот так забить этот угол. Зайти в Edit Mode. Так, посмотреть, что у нас тут есть. Выбрать такой вот вид. И вот так вот Delete вертексы. Английская A, F. Закрываем пустоту. И смотрим. Object Mode. Немножко материал потемнее. И все. Делаем рендер вот этого всего дела. И можно уже будет подставлять все это дело, потом монтировать в мультфильм какой-нибудь. Всем пока, до свидания. Вот такая вот информация.